В свободное время, ну, когда есть вдохновение, пишу стихотворения, рассказы. Очень люблю музыку. Вот. В особенности рок. Вы что-нибудь готовили? Ну, стих там. А может, песни можете спеть? Вот вы просто написали, что здесь можете сыграть романтичную девушку с философским взглядом на мир. Вот. Или саму себя. Что значит саму себя? Нет. Романтическая девушка, которая... Это я написала про себя. Ну, вы и есть романтичная девушка с философским взглядом на жизнь. Ну, вы знаете, какую-нибудь романтичную песню? Ну, английского спеть, но я... Давайте. Мы только за, да? Я думаю, все... Никто не против. Ну, что-то, что я... Если вы поискаете, конечно, нормально. Если вам удобно, так... Чтобы вам было комфортно, главное. Мы хотим посмотреть не на то, как вы зажаты, но как вы комфортно себя чувствуете. То, что я там пою, может, как-то не очень ничего. Нет, да, поздно будет. Вы же будете в фильме, может, и запоете там. Хорошо. На английском можно, да? Конечно. А есть другие языки? Нет, можно на русском, но просто на английском хочется. Давайте, если хочется, то... Seems like it wasn't yesterday when I saw your face. You tell me how proud you were, but I walk away. If only